7, и мы продолжаем с вами создавать мультик своими руками. Вы уже научились писать сценарий, разобрали, что такое раскадровка и для чего она необходима для процесса создания анимационного фильма. Также мы отрисовали с вами персонажей в нескольких видах и слепили их из пластилина. Сегодня переходим к следующему этапу. Это создание фонов и декораций, которые нам понадобятся по сюжету нашего мультфильма. Как вы уже знаете, наш мультик будет создан на плоскости, тем самым напоминаю, что для создания фонов нам понадобится лист бумаги формата А3, краски, кисти, карандаш и ластик. Ребята, фоны рисуем в любой стилистике, как вам нравится, и также используем любимые материалы. У кого-то это будет гуашь или акварель, кто-то, может, вообще любит графику, а кому-то по душе фломастер или цветные карандаши. Когда ваш фон нарисован, дополняем его необходимыми элементами и декорациями, как у вас было задумано по сценарию. Они могут быть созданы также из пластилина, как и ваши герои. Когда все готово, приступаем к следующему самому трудоемкому основному этапу – это к процессу съемки. А как это будет происходить, вы увидите в следующем видеоуроке. На сегодня все. Пока-пока!